Здравствуйте, уважаемые преподаватели и студенты! В этом видео вам хочу продемонстрировать, как зарегистрироваться и установить Microsoft Teams. На вашу электронную почту должно прийти письмо от Microsoft. Открываем письмо, и мы увидим имя пользователя и временный пароль. Нужно пролистать вниз. Нам дана ссылка. Переходим по ссылке. Имя пользователя есть, нужно ввести временный пароль. Переходим обратно в предыдущую вкладку и скопируем временный пароль. И вставляем. Нажимаем «Следующий». Временный пароль. Во вторую строку нужно придумать свой пароль. И введем, используя латиницу, а для надежности добавьте цифры. Нажимаем «Следующий». Для прохождения дополнительной проверки безопасности нам нужно пройти подтверждение по телефону. Первым пунктом выбираем телефон для аутентификации. Во втором пункте выбираем нашу страну. В третьем пункте вводим номер телефона без 8 или же плюс 7. Оставляем галочку, нажимаем «Следующий», нажимаем «Следующий». Нам нужно пройти еще раз аутентификацию телефона и электронной почты. Вводим адрес электронной почты, открываем почту от Microsoft. Нужно скопировать код и вставить в поле для ввода и подтвердить. Переходим к аутентификации телефона. Нажимаем «Следующий». Учетная запись создан. Мы зашли через браузер. Теперь нам нужно скачать Microsoft Teams. Внизу видео будет закреплена ссылка. Если перейдете по ссылке, откроется следующая страница. Вам будет дано выбор скачать версию для компьютера или же для мобильного устройства. В нашем случае выбираем версию для компьютера. Скачанный .exe файл запускаем. В открывшемся окне вводим имя пользователя. Вводим придуманный пароль. На ваш номер будет отправлен код подтверждения. Вводим код и подтверждаем. Программа Microsoft Teams установлена. Спасибо за внимание.